Здравствуйте всем, дорогие друзья. Сегодня у нас самая крутая машина в мире. Матиз. Задолбал это всех, это Матиз. Смотрите, в чем проблема, друзья. В общем, машина работает, заводится. Это нехер делать. Все бомба, отлично. Не шумит, не орет, не кричит. В общем, проблема в чем? Газ не хочет переключаться. Надо греть, я не знаю. В общем, редуктор всегда холодный. Все трубки поменяли. Редуктор поменяли нахер. Все равно она холодная. Антифриз не уходит. Вроде хозяин говорит. Или уходит, не уходит, хер поймешь. В общем, вот такая дело. Так что было максимум. От максимума сейчас где-то 3-4 миллиметра упало. Но или расширенный бачок. Он, в общем, понятия не имею. Уже эта проблема давно-давно, друзья. Так что, что не сделали, газовщики руками разводят, говорят, не знаем, понятия не имеем. В общем, что не делают, бесполезно. В общем, может быть, здесь пробита прокладка. Уже больше ничего не могу сказать. Антифриз не поднимается. Ну, вроде уходит. Он говорит, не уходит. Я же вижу, блин, максимум было уже мало там. В общем, хер его знает, друзья. Разбираю. Если вдруг какой-то результат будет, чтобы узнали вы, если вдруг у вас такие ситуации будет, там редуктор холодная, ну холодная, теплая, в общем, блин, пипец. И узнаете, в чем проблема. Разборку не покажу, конечно, сборки там пару моментов есть, покажу и все. Регулировку клапанов покажу и все. Так что разбираем. Всего головка, вот, я не знаю, вот отсюда до сюда. Ну, не знаю, 30 сантиметров, 3 цилиндра. Так что, друзья, голову отдал на ремонт, забрал, вроде на герметичность проверили, все окей, только была загнута два клапана, впуск поменяли, на глаз вроде все ровно, а в самом деле это не так, здесь на глаз ничего не мерится, все прибором. Вроде окей, а в самом деле не окей. Так что сейчас покажу вам, как собирать эту голову. И дальше установлю, заведу, дай бог, скажу вам результат. Было много на прикладке, ничего не увидел. Вроде все четко было. Хер его знает. Вот, друзья, голова шлифован. Два клапана впуск заменено. Остальные старые, все как положено сделано. Так что у нас получается, если спереди смотрим, слева идет впуск, а справа выпуск. Вот так установлю, показываю. Дорогие мои друзья, смотрите, кайфуйте, как собираю я его. А, кстати, некоторые говорят, вот сейчас стою на коленях, можно сказать, и перед собой поставил. Некоторые говорят, ой, там собирают в гараже, блин. Вот этот они ни хрена не знают, на коленях, иномарки. Ты делай свою работу нормально, блин. Не выделывайся, и все будет, хоть в космос и собирай. Если ты криворукий такие, блин, через жопу твоя рука торчит, хоть тебе дам, блин, дистиллированные, блин, комната, блин, где там даже пылинки не летают, да? Все равно криворукий, бля. Все равно ни хрена не сможешь делать. Так что, друзья, посмотрите, не выделывайтесь. Нет, ВСТО вам, бля, еще помажет так. Собирает, дает тебе, говорит, давай до свидания. Вот так прямо. Ты кто такой? Давай до свидания. Так что, друзья, посмотрите и кайфуйте. Где у нас вот эта передняя часть? Передняя часть. Смазываем. Раз. Вот с жопы через толкалы. Смазываем. Толкалы дальше. Вот так и дальше, и дальше. Идем вперед. И последний герой смазываем тоже. Там не надо заливать пол литра масла, масляная пленка вам достаточно.
Покажу один раз, больше не покажу никакого Матисса и невозможно ремонт. Рука не заходит, все царапал свои руки. Вот так, вот, друзья. Все это что? Чики-пики. А, меня, кстати, сегодня писали на ютубе, чики-пики этот неправильно, чики-пуки. Ладно, братан, я обещал тебе чики-пуки. Значит, будет чики-пуки. Какая разница? Вот, друзья, это потом берем нашу вилочку, чтобы этот хрен не пошла ни вперед, ни назад. Она закручивается двумя болтами. Вот так. Вот сюда устанавливается и закручивается. И все. Берем раз. Вот такие. Под отвертку сделано. С отверткой вы, у вас села не хватит. Так зажать как надо. Поэтому берем фиксатор резьбы. Фиксатор резьбы. Обязательно. И паре капли. Одна каплечка сюда. Друзья, пока я подожду, она выйдет. Вас не замучит, подожду. Вот так, друзья. Стоять. Вот пару. Одна каплечка. Вот так, друзья, потихонечку. Две штуки закручиваем. Вот, закрутили. Две. Потом берем вал и смазываем и устанавливаем. Немножечко смазка и вперед. Вот так. Вот, друзья. Красим его, красим. Вот так красим хорошенько. И потихонечку. А, я что-то вделываюсь спереди. Вот так. Раз. Берем кулачок. Есть. Берем другой. Вот эти надо, регулировочные болты надо открутить. Сюда. Поехали. И вот так крутим. Вот так. Здесь отверстие совпадаем. Отсюда будем закрутить, конечно. Надо точно установить. Вот так. Вот так. Кстати, валы, вот. Вот видите, здесь квадрат. Слева горизонтально стоит. Справа, если смотрите спереди, стоит вертикально. Есть. Потом другой вал тоже. Будем немножко красить. Хорошенько, чтобы было все чики-пики. Ложим сюда и дальше. Смазали. Берем кулачки. Распихали. Только надо правильно установить их, друзья. И все, тоже так. Все, установили. Берем пружинки, вот это, который держит кулачок. Устанавливаем. Раз. Два. Допустим. Три. Вот так. Давайте этого сниму. Сюда поставлю. Вот, даже она сюда не... Вот. Без разницы там, друзья. Абсолютно.
А скажете, если без разницы, почему так делаешь? Каждый в своей среде есть. Нам зачем геморрой, правильно? Давай этот сюда. Ну-ка, дай сюда другой. Не так, вот так. Оба. Есть. Где у нас? Держит, держит. Вот так держит. Опа. Есть. И еще один сюда. Матис, чудо природы. Все чики-пики. Болты. Чик. Раз. Два. Три. Четыре. По-моему, это все блестит. В заводе последний раз такого было. Это чистое, бля, все. Сюда. Сюда, друзья. Сюда. Убедитесь, что вы попали в резьбу сразу ключами, головками, не знаю, чем, не закрутите. Все, пошла, пошла. Берем. Закручиваем все болты. Берем динамометрический ключ. Закручиваем. Там болты на М6. Так что устанавливаем 10 ньютон на метр. Опа. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, друзья. Можете для себя еще раз проверить, потому что всякий бывает. Мало пива пейте, чай пейте, чтобы все было четко. А то вижу, многие машины делают одновременно с пивкой, с водкой, не знаю что. А то Матис и так еле-еле едет. Выпейте, в общем, она назад поедет. Так что не выделывайтесь. Все, друзья, уже распредвал, руками крутить вам тяжело будет. Поэтому берем болтик. Закручиваем, потом сальник будем установить спереди. Закручиваем, берем ключ на 17. И будем что делать? Регулировку делать. Вот так, друзья. Вот. Все, неважно, откуда начнете. Отсюда, оттуда, оттуда. Главный клапан, чтобы было закрыто. Кулачок был внизу, внизу, вниз смотрит. Наверх нет, вверх уже зажимаете. Понял? Открываете. Вот так, друзья. Сейчас беру щуп. 15 впуск и 33 установлю выпуск. У нас 0.15 впуск. Вот, друзья, 0.15 и 0.15, это в дюймах 0.06, друзья. 33. Нам это 2 надо. Вот так. А 0.13 дюйма, 0.33. Так что начинаем. Клапан у нас закрыт, друзья. 0.33. Почему 0.33? Здесь до 0.32. А у нас газ. И мы сделаем 1/100 побольше. Откручиваем. И идем, друзья. Вот держит. Открываем и смотрим. Вот смотрите, с легким, с этой должен ходить она. И держать одновременно, и ходить. Вот смотрите. Вот так. Проходит на бок, проходит, проходит. И все. Закручиваем болт. Возьму 12-й. Вот 12-й, когда мы зажимаем, вот это стоит. Но после затяжки, обратите внимание, уже пойдет ваше легко. Сюда уже 0.35 войдет. Поэтому вам перед тем, я вам показывал просто,
откручиваете, уже вот держит. И закручиваем немножечко, чтобы она пожестче ходила. Вообще, вот еле-еле, да? И когда мы будем закрутить, она уже будет ходить нормально. Вот так. Вот так. Поняли? 33, 33, 33. 15, 15, 15. И с той стороны тоже покажу. Сейчас этот 0.33 делаю и дальше покажу вам. 0.33. Отлично. Это раз. Крутим. Смотрим. Открыто. Отлично. Смотрим последний. Отлично, 0.33, друзья. И переходим 0.15. Смотрим первый. Где у нас кулачок? Зажал. Тик. Еще раз крутим. Вот так. Полный открыт. И где у нас? Вот тоже делаем. 0.15, друзья, уже. Берем 0.15 и поехали. Чуть-чуть, оп. Еще чуть-чуть. Все, уже держит. А когда мы закрутим, вытягивает болт наверх и начинает, пропускает уже. Ну, если угадал, конечно. Вот, друзья, 0.15. Спокойно ходит, но если головку взять, поднять, вот эта хрен, чтоб, видите, висит, не упадет, не должен падать. Но на машине неудобно делать, лучше здесь делайте, если снята головка. И все. Усилия, чтобы почувствовали, понимаете. Вот так, есть. Потом опять крутим, чтобы было у нас все открыто. Чик. Сейчас, оп, еще один. Все, бомбочка. Вот так, друзья, опять регулировываем. Вот так. Сделаю полностью, дальше покажу. Вы принцип поняли. Вот, друзья, это раз. Крутим. Проверяем и второй. Отлично. Крутим, проверяем третий. Бум. Кулачок поднял. Чик, еще раз. Опа. И проверяем третий. Все, вот так. Так что голова готова. Только осталось установить сальник. Вот у нас новый сальник. Видели, да? 32 47 на 6 в сторону. Один раз. Потихоньку смотрим. Опа, положили, друзья, и берем головочку и потихонечку. У нас головка выше, больше, чем сальник, так что дальше не толкает. Ровно устанавливает с поверхностью. Все, голова готов к установке. Бум-бум.
Все, дальше уже не покажу, друзья. Там дурдом, там столько разной ерунды. Сейчас цилиндры покажу, почистил. И как положено. И не только вытирать, обезжиривать. Этот установит. Вот, друзья. Все, чистота. Только когда головку устанавливаете, не должно быть ни один поршень сверху. Должно быть внизу. Хотя бы сантиметр-полтора спускайте вниз. Все вот так, друзья. Чистота. Поршня последний раз в заводе так была чисто. Вот так обезжириваем, ложим прикладку и все устанавливаем. Как положено. Друзья, еще хотел вам показать. Вот клапанная крышка. Мы нашли другой. Вот сломанный. Хотел мыть, вижу сломанный. Герметиком, с эбоксидкой, чем-нибудь. Когда обслуживали, взяли, клеили. Я хозяину отправил, хозяин искал у меня другой. Сейчас покажу. Еле-еле нашли, друзья. Вот, взяли так, приклеили сюда и установили. Вот, так что, друзья, сервис не делает вашу работу. Люди делают, люди. Если он руки, бляха-муха, он все равно что-то натворит. Вот и вам. Хрен, масло потекло. Вот, друзья, придумывали разные ерунду. Вот эбоксидку попалась сюда, где прикладка проходит. Вот мы нашли другой. Другой. Будем установить вот эту крышку. Клапанная крышка затягивается 10 ньютон на метр. А то монтировкой, не знаю, с воротком не затягиваете. Почищу, помою и установим. Вот такая работа вам делает, люди. Криворуки. Вот. Вот такая говно. Вот. Помазали герметиком, как бы умные, блин. Дебилы. Вот, друзья, полностью собрал машину. Антифриз заливал. Масло заливал, как положено. Пока не завел, полностью собирал. Я знаю, точно она заведется полтыка. Поэтому для меня этого делать как игрушка. Но рука не заходит только. Тем более, когда газовая установка, ваши дурдом. Сейчас заведем, дай бог. Посмотрим, когда переключается на газ. Опять ли редуктор холодный или нет. Нам же надо результат какой-то. Все такие. Посмотрим. Антифриз у нас пока заливал. Не знаю, после заводки пойдет ли вниз или нет. Воздух может быть тоже. Дальем, если что у нас есть. Так что, вот так, друзья. Очень тяжело, когда газ, вот смотрите, здесь их достать, все это шланги крутит, тяжеловато. Но зато машина маленькая, вот так. Вот, друзья, сейчас берем, заводим. Только чек горит. Надо диагностику делать. А, все, заглох, не горит уже. Все, ручник поднято, дверь открыта, все. Никакого ошибки нету, все бомба, ждем. Посмотрим, когда переключится на газ. Машина пока холодная, полная. Полный холодный. Это мой канал, друзья. Rauf.mechanik в Ютубе. Номер WhatsApp'а. Номер телефона. Если что, обращайтесь. Поставьте лайк, если вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал. Друзья, когда завел, все бомба, там, как называется, антифриз, свой цвет, прежде чем, когда разбирал, человек заливает красный, через 50 километров, говорит, сразу цвет меняется, остается желтый. Почему? Потому что газ попало, этот, головка была криво, скорее всего. Газ попал в этот, в систему, поэтому цвет меняло. А сейчас этого устранили, но где редуктор? Как было, так и тепловато. Переключается поздно. Поэтому решили поменять место этого редуктора газовый. Принесем в другую сторону, поставим внизу, где коробка. На коробке переместим этого. Так что всем до свидания, друзья. Дай Бог вам всем здоровья.